Зампред Мособлдумы от «Единой России» Олег Рожнов принял участие в 5-м международном муниципальном форуме стран БРИКС+. Он проходил 9 и 10 ноября в Санкт-Петербурге. На форуме состоялось 120 деловых сессий по разным темам – строительство, транспорт, переработка мусора, цифровизация, экология, умный город. Парламентарий отметил важность форума для России. Он позволяет обмениваться опытом, укреплять международные отношения.